Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я расскажу, как настроить роликовый шов. Это узкий шов, который можно использовать для декоративной обработки края. И для того, чтобы настроить роликовый шов, сначала необходимо убрать левую иглу. Для этого я беру маленькую отвертку и вот здесь вот немного раскручиваю. Вынимаю левую иглу. Теперь открываю крышки. Мне необходимо опустить нож. Для этого я немного прижимаю вот этот рычаг и опускаю нож вниз. Теперь мне необходимо передвинуть вот этот регулятор с положения S в положение R. Для этого я сначала зажимаю с вот этой стороны вовнутрь и перетягиваю сюда до буквы R и отпускаю. Теперь опять поднимаю нож. Немного прижимаю. И поднимаю нож. Закрываю крышки. Здесь выставляю положение R. Здесь оставляю дифференциал 1. И настраиваю натяжение нити. Здесь оставляю тройку. Этот мы не используем, так как сняли одну иглу. Поэтому используем только одну правую. Здесь остается тройка натяжения нити. Здесь тоже остается тройка. А здесь в нижнем петлителе я ставлю на семерку. И теперь можно пробовать. И сначала я обработаю край хлопковой ткани. Поднимаю лапку, подкладываю ткань. И получается вот такой красивый тонкий шов, которым также можно обрабатывать низ изделия. Теперь обработаю край трикотажной ткани. С одной стороны я обычно обработала край, а с другой стороны немного его растягивала. И за счет этого он получился такой более волнистый. Вот такой получается красивый тонкий шов, который можно использовать, как я уже сказала, либо для декоративной обработки края, рюш, валанов. Также можно обрабатывать низ изделия. На этом все. Если вам это видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока!